Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. В отличие от обыкновенного человека, йог в своих действиях не руководствуется материальными желаниями, главными из которых является половое. Совершенный йог полностью управляет своим умом, поэтому его не беспокоят никакие материальные желания. Этой ступени совершенства естественным образом достигает тот, кто развил в себе сознание Кришны. В Шримад Бхагаватам 9.4.18.20 сказано: «Савай манах Кришна падаравиндайо вачам сивай кунка гунан варнане карау харер мандира маджана дишу шутим чакар чута садко катходае мукунда Мингалая даршане дришал тадвитья гатра спаршинган сангамам риханам чатат пада саруджа саурабхе шримат туласья расанам татарпите падаухаре кшетра падану сарпане шро хришикеша пада бхивандане камам чадасьена тукамакам яя Ядхуттамашлака джанашраяратих. Царь Амбариша прежде всего сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а затем одно за другим занял служение Господу все свои органы чувств. Его уста прославляли трансцендентные качества Господа, руки убирали его храм, уши слушали рассказы о деяниях Господа, а глаза созерцали его божественный образ. Тело царя касалось тел преданных Господа, нос вдыхал аромат святого лотоса, поднесенный Господу, а язык наслаждался вкусом листьев туласи, возложенных лотосным стопам Господа. Ноги несли его местам паломничества и храма Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Все эти духовные занятия как нельзя лучше подходят тому, кто стремится стать чистым преданным. Приверженцы философии имперсонализма, приверженцам философии имперсонализма духовное бытие может казаться непостижимым и недосягаемым. Но человек, обладающий сознанием Кришны, легко достигает его, о чем свидетельствуют эти стихи, описывающие занятия Махараджи Амбариши.
Действовать на духовном уровне может только тот, кто постоянно помнит Господа и чей ум устремлен к Его лотосным стопам. Разновидности преданного служения Господу, которыми занимался Махараджа Амбариша, получили название арчаны, есть деятельности, позволяющие человеку использовать все свои чувства в служении Господу. Чувства и ум не могут оставаться в бездействии, поэтому простой отказ от деятельности не приведет йога к успеху. Для большинства людей, особенно для тех, кто не отрекся от мира, перечисленные высшие духовные занятия для ума и чувств – самый лучший способ достичь духовного уровня, который в Бхагавадгите определен словом «юкта». Yada vinimayam chitam atmanyeva vatishtate nispriha sarvakamebhyo yukta iti uchate tada. Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. So this chapter is called Dhyana Yoga. Так, эта глава называется Dhyana Yoga. Krishna is describing to Arjuna the process of retiring to the forest. Здесь Кришна объясняет Арджуне процесс ухода в лес. Living in a secluded place. И жизни в уединенном месте. Controlling the breathing process and the senses. И практику контроля дыхания и контроля деятельности чувств. And meditating on the super soul within the heart. И также эта практика, она включает в себя медитацию на сверхдушу, которая находится в сердце. But Arjuna replies by saying it's too difficult for him. Но Арджуна, он ответил Кришне, что такая практика, она слишком трудна для него. So difficult for him means for us also И если для него трудно, то это означает, что для нас это невозможно вообще. Because he was a great devotee, he was an intimate associate of Krishna. Потому что он был великим преданным и близким спутником Господа. Of course he was a warrior. Конечно, он был воин. And he was also a grihastha. И также он был семейным человеком. So generally this kind of meditation is only for renounced brahmanas. И обычно такая практика медитации это для отречённых браманов. Although sometimes there were cases of kings also sometimes going for into seclusion for periods of time. Конечно, были случаи, когда некоторые цари, они на определенном этапе своей жизни отрекались от всех обязанностей, уходили в лес практиковать мистическую медитацию. At least there's an example of King Indrajumna. Есть пример царя Индрадюмны. Who would go to the Himalaya hills for meditation. Он отправился в горы Гималаи для того, чтобы заниматься медитацией. Well, some of the kings, of course, after they, when they were old, they would retire and they would go. И это была обычная практика в ведические времена. Цари, когда они достигали определенного возраста, они отходили от дел и уходили заниматься духовной практикой в горы или в лес. So, anyway, he was in his ashram. И так вот он находился в своем ашраме в Гималаях. Not Гималаях, Малая. Hills. Yeah, Malaya hills. Он находился в своем ашраме в горах Малай. Малая, South India, South India. Это в Южной Индии. Himalayas in the north. No. Hima means snow. Hima означает снег, поэтому называется Гималая. So this was a Malaya, this is South India, very warm place. But still the hills are a little cooler. Эти горы, которые назывались Малая, которые находились в Южной Индии, они были там теплые места. Но это были горы. Горы, но чуть-чуть прохладнее. Немножко прохладнее, да. Чем на равнине. Not Himalaya. Но без снега. Anyway, he was absorbed in meditation and the sage Agastya Rishi passed with some of his followers. И таким образом он был погружен в медитацию,
Но мимо проходил мудрец Агастья со своими спутниками. And the king did not notice him being deep in meditation. И царь не заметил его, будучи погруженным в медитацию. And Agastya Rishi became angry. И Агастья Риши разгневался. And cursed him to become an animal. И проклял его, чтобы он стал животным. And he became an elephant. И он стал в следующей жизни слоном. Famous elephant. Очень известный слон. Он стал слоном, которого звали Гаджендра, который является героем Шримад-Бхагаватам. На него напал крокодил. While he was bathing in the river. Все время, когда он омывался в реке. And there was a long fight. И очень длинная битва состоялась между слоном и крокодилом. And Gajendra prayed to the Lord for help. И в конце концов, измученный Гаджендра, он начал молиться Господу. And Lord appeared with the chakra cut off the crocodile's head. И Господь он проявился там с Сударшан чакрой и отрезал крокодилу голову. So this way Gajendra was protected by the Lord. И таким образом Гаджендра был защищен Господом. And the crocodile was benefited greatly also. И крокодил тоже получил большую милость. He was holding the lotus feet of a devotee. Он держал в своей пасти лотосные стопы преданного. And he was also killed by the Lord's chakra. И также его, так сказать, убила чакра Господа. So anyhow, this practice of going to the forest for meditation usually only very renounced to brahmanas or some king in retirement like they did, but intelligent, you know, high class persons. То есть обычно вот эта практика медитации в уединенном месте в Гималаях она предназначалась для высококвалифицированных отреченных брахманов и или для царей, которые достигли определенного возраста и, так или иначе, то есть эта практика, она предназначалась для высокого уровня людей. Mm-hmm. Persons who are devoid of material desires. И людей, которые лишены материальных желаний. So how to relate to this in the present age? Как же это сопоставить с нашим веком, который сейчас мы живем. How to discipline one's mental activities and become situated in transcendence? Как дисциплинировать свой ум и расположить себя на духовном уровне, на трансцендентном уровне? How to become well established in yoga? Как хорошо утвердиться в йоге? Yoga, Prabhupada explains, the word comes from yuj, the root yuj, which means linking or connecting with the Supreme. Йога, что Прабхупада объясняет, корень этого слова йога – связь, или связь с Верховным Господом. So since this process wasn't practical for Arjuna, and since it's not practical for us, then what is a practical process? И так как этот процесс, он не был практичен для Арджуны, и тем более он, значит, не практичен для нас, то какой же процесс для нас? Because after all, to attain fulfillment and perfection of life, one has to connect with the Supreme. Может, для того, чтобы жизнь она стала совершенной, то есть мы должны восстановить связь с Господом, с Верховным. Otherwise we'll go on just rotating in the cycle of birth and death, lifetime after lifetime. В противном случае нам придется оставаться в этом круговороте рождения и смерти, жизнь с жизнью. То есть мы будем вынуждены получать новые и новые тела. We'll be bound up by the laws of karma constantly. Будем постоянно заключены законами кармы. That's called Nityabada, eternally conditioned. Это называется Нитьябада, вечно обусловленный. So how to get out from that? Как же нам выбраться из этой темы?
and become Nitya Siddha, eternally liberated. This is a subject matter of Bhagavad Gita. В этом смысл, то есть тема, которая обсуждается в Бхагавад-гите. And in the first six chapters, Krishna does explain different kinds of yoga. И в начальных шести главах Кришна объясняет различные виды йоги. But at the end, he says, "Yoginam api sarvesham madgatena antaratmana." End of the sixth chapter, that is. Shadavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. И в конечном счете, в конечном итоге Кришна делает резюме, вывод, вот, из, объясняя, какой йог является самым лучшим. То есть он резюмирует это вот этим вот стихом. 647, last verse of the sixth chapter. Это 47 стих 6 главы. Говорит о том, что из всех йогов тот, кто постоянно думает о мне, погружен в мысли обо мне, поклоняется мне, он сам возлюбит. So here in this commentary, Srila Prabhupada has quoted three verses from the ninth canto of the Srimad Bhagavatam. Итак, в этом комментарии Шрила Прабхупад он также приводит три стиха из девятой песни Шримад Бхагаватам. Which describe the activities of another king who was a great devotee. Которые объясняют деятельность другого царя, который был преданным. Махарадж Амбариш. Его звали Махарадж Амбариша. So these verses don't concern going to the forest. И в этих стихах, ну, как бы не говорится о том, что Махараджа Амбариша отправился в лес. Rather these verses describe his activities while he was a very active king and a grihastha family man. Напротив, эти стихи объясняют его деятельность, когда он был царем и семейным человеком. So we see that all of his senses and his mind were used in the service of the Lord. Как мы здесь видим, все его чувства и ум были заняты в служении Господу. That's to say, he was active. He was not withdrawing from activity, but he was fully active. Он был активный. Он не отходил от активной деятельности, а он постоянно находился в движении. Through that activity, he was linking with the Supreme. И через эту деятельность он, так сказать, находился в связи, постоянной связи с Господом. So he was his mind, he used his mind to think of Krishna and his words to glorify Krishna. Он занимал свою мыслями, размышлениями о Кришне и слова свои он занимал прославление Кришны. His ears to hear the activities of the Lord and his eyes to see the deities of the Lord. И свои уши он занимал слушанием о деяниях Господа, и свои глаза он занимал созерцанием божеств, формы Господа. And his smell, sense of smell, to smell the flowers offered to the Lord. И свое обоняние он занимал, нюхая ароматные цветы, которые были предложены Господу. His tongue to taste the tulsi leaves, prasadam offered to the Lord. И свой язык он использовал для того, чтобы кушать прасадам и листья туласи, предложенные Господу. His leg to go to the legs to go to the temples and places of pilgrimage. А свои ноги он использовал для того, чтобы отправляться в храм или в места, связанные с играми Господа. His head in bowing down, offering obeisances to the Lord. Свою голову он склонял в поклонах перед Господом. It's described in a Nectar of Devotion, nine processes of devotion. В Нектаре преданности это объясняется, есть девять процессов преданного служения. Well, it's described in many places. Prahlad Maharaj. Это во многих местах объясняется, также в Прахлад Махарадж. But the Nectar of Devotion gives examples of different devotees who attain perfection by
one or other of those processes. Но недоразумение там специфически именно объясняется, приводятся разные примеры, как разные преданные, они достигли совершенства, следуя какому-то одному из видов преданного служения. Subhadev Goswami, for example, just by kirtanam, by glorifying the Lord, attained perfection. Например, Шукадев Госвами, что благодаря тому, что он прославлял Господа, киртаном он достиг совершенства. Haridas Thakur also, I mean, he was always chanting the holy names of the Lord. Haridas Thakur также он постоянно воспевал святые имена Господа. Or Parikshit Maharaj, he was listening to the Bhagavatam 7 days. Parikshit Maharaj, он слушал, то есть Шраваном был занят в течение 7 дней. But it's not recommended for us to follow their example. Но для нас не рекомендуется следовать их примеру. Well, yes, we should chant. Yes, we should hear. But Prabhupada has given us a balanced program. Part of the day, part of the time, you chant japa. Part of the time, you chant in kirtan. Part of the time, you hear from the Bhagavatam or the Bhagavad Gita. То есть имеется в виду, что мы, что Прабхупада нам дал сбалансированную программу, поэтому мы должны практиковать различные виды деятельности в разное время дня, ну, то есть не заниматься какой-то одной деятельностью, а по-разному. Part of the time worshiping the deity. То есть какую-то часть дня мы должны слушать, какую-то часть дня воспевать, поклоняться божествам. Part of the time we take prasadam. Какое-то время мы кушаем прасад. And generally we do the activities in the association of devotees. Обычно мы совершаем эту разную деятельность в обществе преданных. Because Sadhu Sangha Devotee Association is essential for protection and spiritual practice. Потому что Sadhu Sangha или общение с преданными, оно очень благоприятно, это защищает нас, нашу духовную жизнь. Prabhupada didn't recommend devotees to go off in a lonely place trying to chant all day. Шрила Прабхупада никогда не рекомендовал преданным отправляться в уединенное место для того, чтобы воспевать целый день. Once a devotee from Africa came to Mayapur. Однажды преданный из Африки приехал в Майяпур. And he wanted to chant alone. И он хотел воспевать в уединении. In the manner of Haridas Thakur. По примеру Харидаса Такура. He built a small bamboo hut in the fields. И он такой себе шалашик построил в полях. So there was a big festival going on. И там в Майяпуре фестиваль такой был большой. Wonderful kirtans. Очень хорошие киртаны. Prabhupada was giving lectures. Шрила Прабхупада читал лекции. Nice prasadam. Прекрасный прасад был. Парикрамас. Парикрамы. So devotees would go and invite this devotee, please come. For kirtan, come for Prabhupada's lecture. И преданные приходили к этому человеку и приглашали его, попадем на киртан, на лекции Шрилы Прабхупады. But he said, I have to chant my rounds. Но он говорил, что мне нужно воспевать мои круги. So, after some days, he approached Srila Prabhupada. И однажды он подошел к Шриле Прабхупаде. That devotees keep disturbing me. И сказал, что вот меня преданные беспокоят постоянно. Please give me permission to build a hut in a tree. Пожалуйста, разрешите мне, я хочу построить себе шалашик на дереве. Then I'll chant there and the devotees will not be able to disturb me. И там я буду воспевать, и меня никто не будет беспокоить. And Prabhupada said, this is monkey's business. Он сказал, что это обезьянье. And Prabhupada also said, after a few days, he went away, and we have never seen him again. Prabhupada himself said. Actually, it's in one commentary. Эта история она приводится самим Шрилой Прабхупадой в одном из комментариев. Там он говорит, что через несколько дней этого человека уже не было видно, куда пропал. And we have never seen him again. И снова мы его уже не. So he was, you know, trying to imitate Haridas Thakur. То есть он пытался имитировать Харидаса Такура. Бхактисиддханта Сарасвати Такур also
in his poem Vaishnav K, he criticizes the mind. И в своем бажане Вайшнава Ке Бхактисиддханта Сарасвати Такур он критикует ум. Mon to me, Kishir Vaishnav, mind. What kind of Vaishnav are you? О, дорогой ум, какой же ты Вайшнав? You want to go to a solitary place and imitate Haridas Thakur? Ты хочешь отправиться в уединенное место и имитировать Харидас Такур? But you will just think of sense gratification. Но ты будешь думать просто о чувственном наслаждении. So it is not it's not easy to live like Haridas Thakur. То есть это не очень так уж и просто жить как Харидас Такур. And actually, Haridas Thakur, he also would give lectures about Krishna consciousness. Но Шрила Харидас Такур он также, в принципе, много проповедовал и читал лекции. I mean, he was chanting 3 lakhs of names every day. Он успевал воспевать 3, то есть 198 кругов в день. But he also associated. И успевал проповедовать. He associated with other devotees. He associated with Sanatan Goswami, for example. Он общался с Санатаной Госвами. He associated with Lord Chaitanya. С Господом Чайтани. You dance in the kirtans when you read the descriptions of Rathyatra or kirtans. Часто мы встречаем описание, как Харидас Такур также участвовал. He went preaching with Lord Nityananda. И ходил еще с Господом Нитянандой проповедовал. So it's not that he was only sitting in a solitary place. He was a very active devotee. Да, даже Харидас Такур он не сидел в одном месте, он был очень активным. But still, he could chant like 3 lakhs of names a day because he hardly slept. Но он при этом успевал еще вычитывать 190 кругов в день, 198 и потому что он мало спал. So better to follow, as I mentioned, different devotees got perfection by one or other of these processes, of the 9 processes of bhakti. But Ambarish Maharaj is given as example of a devotee who followed all the 9 processes at the same time. Да, и вот Амбариша Махараш это вот для нас это совершенный пример. Потому что он одновременно следовал всем 9 процессам преданного служения. То есть это то, как нас также учит Шрила Прабхупада, как мы должны практиковать. So through active devotional service one connects with the Supreme, with Krishna. Через активное преданное служение преданный приходит в контакт с Кришной. So that's why this Krishna consciousness movement. It's a very active movement. Поэтому это движение сознания Кришны очень активное движение. It's not a movement for lazy men. Это не общество для ленивых людей. I remember the first day I joined in London Temple. Раз вспоминает, когда он присоединился в первый день в Лондоне. Srila Prabhupada was there. The first day I went, I heard him lecture. Шрила Прабхупад был там как раз в Лондоне и первый раз Махарадж слушал его лекцию. And a couple of days later I came, I heard another lecture. И через несколько дней я пришел еще другую лекцию услышал. And devotees invited me to join. И преданные пригласили меня присоединиться к храму. And I agreed. И я согласился. So there were many devotees. Temple was packed up. И там было очень много преданных, храм был забит. Many devotees were on their way from America to India and to Africa. Prabhupada was sending them to develop the preaching in those places. Как раз в это время преданные с Америки они ехали в Индию, шло по указанию Шрилы Прабхупады, и они ехали через Лондон, летели, и там как раз они все тоже приехали, как бы лондонский храм там забито все. And the temple, what the building wasn't so big. А храм он не такой уж большой. The temple room was much smaller than this one. И храмовая комната даже намного меньше была, чем это. Actually, in a few days there's going to be 50th anniversary of the installation of the deity Sri Sri Radha Landanishwara. Через несколько дней должно быть установление 50-летие установления божеств в Лондоне, Радхи Ланданишвара. On the day of Odin Shasti, the first day of winter, so this year it will be on December 2nd. День Одина Шашти, первый день зимы,
по ведическому календарю, то есть в этот день установил Шрила Прабхупада этих божеств. Actually, today there's a very big public program there in London. И сегодня вот как раз очень большая публичная программа в Лондоне сейчас проходит. Big auditorium. Очень большая аудитория. Krishna Spectacular is called. Krishna Spectacular. Spectacular. Spectacle. So yeah, big, and for next 10 days, or up to December 2nd, there will be special programs every day at London Temple. И в течение последующих 10 дней в разных местах Лондона будут проходить программы по случаю этого праздника. So if you happen to be going to London, please visit the temple. Если кто-то из вас собирается лететь в Лондон, то, пожалуйста, можете посетить эти программы. I was going to go, actually. I bought a ticket for the Krishna Spectacular. Я должен был туда ехать, я даже купил уже билет на спектакль. But then I thought I'll miss going to Ukraine this year. Но потом я подумал, что тогда я не смогу заехать в Украину в этом году. Поэтому, в общем, хорошо. So I gave ticket to one disciple. Поэтому я подарил этот билет на спектакль одному своему ученику. But I'll go after on 20th. I'll go then. Но 28 числа я поеду, успею еще. And meet many God brothers and devotees who were there in the early days in London. И я там встречусь со многими преданными, со многими своими братьями, боги, которые начинали практиковать сознание Кришны в ранние годы. Anyhow, the first night I stayed, we had to sleep in a shower room. И вот возвращаясь к тому, к рассказу о том, как Гуру Махарадж присоединился к движению сознания Кришны, он говорит, что из-за того, что храм был так забит, нам приходилось ночевать в душевой. And the morning, 3 o'clock, the lights came on. И в 3 утра, в 3 ночи. Свет загорался. And devotees were climbing over us to get to the shower. И преданные там переступали через нас в душевой, чтобы принять омовение. So very active movement, you know, from early in the morning to get up, go to Mangalarti and chant your rounds. Очень активное движение, то есть столько, в общем, очень много движения. One devotee showed me the temple commander Mahavishnu, now he's Mahavishnu Swami. И в то время temple commander был Махавишну Прабху, который сейчас Махавишну Свами. And the devotee said he only sleeps 3 hours a night. И преданные говорили, он спит по 3 часа. Although that's not generally recommended unless one is, you know, really advanced. Ну, хотя это, конечно, обычно не рекомендуется, это только для особо продвинутых. I remember one morning I was coming down the stairs, probably in his room, and there was a devotee sitting outside Prabhupada's room, chanting very loudly, Japa. Однажды я спустился и наблюдал такую картину, что Прабхупад был у себя в комнате, и один преданный, он сидел возле комнаты Шрилы Прабхупады и повторял мантру. Громко. И громко повторял. He wanted to, you know, show Шрила Прабхупада that. Он хотел показать Шрилу Прабхупаде. Он хотел показать Шрилу Прабхупаде, что я вот рано с утра хорошо повторяю мантру. But Prabhupada, you know, he was that is the time when he would translate. А это было время, когда Шрила Прабхупада как раз занимался переводами. And Prabhupada, you know, it disturbed him. He came out of his room.
И это беспокоило, повторение, оно беспокоило Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада вышел из своей комнаты. This was maybe like 3:30 or something. Это было где-то 3:30. And Prabhupada said to him, you can take rest till 4 o'clock, he said. И он сказал ему, можешь отдыхать до 4. So yeah, I mean, balanced, balanced program. Должен, да, быть баланс, чтобы не свариться. Generally, Prabhupada rest 6-7 hours. Обычно Шрила Прабхупада отдыхал 6-7 часов. No, he said to us. А, обычно Шрила Прабхупада говорил нам, чтобы мы отдыхали 6-7 часов. He himself, yeah, he took less. Он меньше отдыхал. But, you know, he was very practiced in Krishna consciousness over a whole lifetime. Но он был очень продвинут в сознании Кришны, поэтому... And he knew he didn't have much time left. Также он знал, что у него не так много времени осталось. He wanted to spread Krishna consciousness all over the world, so a big job. Поэтому он хотел успеть распространить сознание Кришны по всему миру. Это большое дело. Translate so many books, write so many commentaries. И должен был успеть перевести множество книг и написать комментарии. And night time, early morning was a good time for translation. И вот это время очень раннее, ночное время, оно очень было хорошее для перевода. But needed, you know, quiet concentration. Но ему нужно было тишина, спокойствие для концентрации. So, you know, if there were disturbing things, it would hinder Prabhupada's concentration. И это, ну, как бы помешало бы Шриле Прабхупаде нормально переводить, если бы были беспокойства. I remember when I was in Bombay, Hare Krishna land. И однажды я помню, когда я был в Бомбее, на нашей территории. Prabhupada, he asked me to be the vice president, the manager of the... Там Шрила Прабхупада попросил меня быть менеджером, вице-президентом храма. And there were dogs on the property. И там были собаки на территории. And, you know, they would bark and disturb Prabhupada's translation. И они там гавкали и беспокоили Шрила. So sometimes he would tell me, go get rid of those dogs. И время от времени Шрила Прабхупада просил Махараджа, пойди погоняй этих собак. Very difficult service. Это было очень трудное служение. Run after dogs and try to chase them off the land. Мне приходилось бегать за собаками и погонять их за территорию нашего храма. But yeah, he, you know, he needed quiet, and that also devotees couldn't just, you know, queue up for darshan. I want darshan of Prabhupada. Ну, конечно же, то есть Шриле Прабхупаде была нужна тишина, спокойствие, и это не так, что преданные там в любой момент могли пойти там, когда им захочется, на даршан в Шриле Прабхупаде. Nowadays disciples, they're, you know, putting their name for darshan. Sometimes you see the gurus big queue outside their door. But those days it was not possible. Сейчас как бы преданные получают много даршан в своих духовных учителей, в большие очереди выстраиваются, но в то время это не было так возможно получать даршан Шрилы Прабхупады. Mm. So, but we got the benefit of Prabhupada's association, and you still do through his books. Но мы можем получать общение с Шрилой Прабхупадой и до сих пор через его книги. Можно киртан, можно продолжить. Okay, any questions? Какие-то вопросы? I heard sometimes the devotees say that some instruction or something that was in the days of Prabhupada, they say that it was at that time, but now time has changed, and we should, for example, preach in a different way. But I heard that Srila Prabhupada said that nothing has changed, and we should not change anything. Because, how we can properly understand this,
these things. There should be maybe something that we should change, and or we should not change anything. How we can explain these things? Я спросил Магаража, что есть такая, ну как бы тенденция сейчас в нашем движении, что некоторые преданные они так проповедуют, что вот те вещи, которые были вот у нашего Прабхупады, или то, как проповедовал Шрила Прабхупад, то есть это было тогда, то есть актуально, то есть это нужно было тогда делать, вот, а сейчас, ну как бы время поменялось и нужно как бы по-другому проповедовать. Практиковать по-другому, вдохновлять по-другому. И ну, я спросил Махараджа, что как мы должны правильно это поменять. Может, действительно что-то нужно как-то не так как бы, то есть изменить, или вообще ничего не менять. Потому что Шрила Прабхупада говорил, что главное ничего не менять. Да? Что ничего не меняется, времена не меняются, все одно и то же. We have to maintain the essence. Мы должны поддерживать, сохранять сущность, суть. I mean, Prabhupada, he maintained the essence of the instructions of his spiritual master and the previous acharyas. Шрила Прабхупада, он сохранял суть наставлений своего духовного учителя и предыдущих ачарий. Но он делал какие-то, ну, как сказать, изменения какие-то вводил в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. For which, you know, that he was sometimes criticized, or ISKCON has been criticized. И его за это критиковали, и ISKCON тоже за это критиковали. For example, Rathiyatra is held on the one day of the year in Puri, and then return Rathiyatra on another 8 days later, and that's it. И, например, в соответствии с шастрами, Радхаятра она должна проходить в определенный день в Пури, через 8 дней, то есть колесница должна возвращаться. And we see that ISKCON in Orissa, in Bengal, like Bangladesh, there's many Rathiyatras, but they're always held on that same day. И мы можем видеть, что в таких местах, где люди более консервативны, то есть в Орисе, в Бангладеш, то есть те, которые следуют традициям, они проводят Радхаятру раз в год, но именно то, что вот в эти даты, то есть в это время, как-то тогда же, когда проходит Радхаятра в Пури. But in other parts of the world, we've had Rathiyatra held on many different days. Но во всем остальном мире, то есть в нашем движении, мы проводим Радхаятры совершенно в разное время, то есть когда нам удобно. For example, in Nepal. Например, в Днепре. Probably you have to hold it on a Saturday or Sunday, right? Ну, то есть мы проводим обычно в субботу или воскресенье. So, because of time, place, circumstance, you've made some adjustment. Да, то есть мы не привязываемся к конкретным датам, то есть, а хотя мы как бы по соответствии с шастрами, то есть мы должны проводить это в определенную дату ведического календаря. South Africa, Australia, the Southern Hemisphere, New Zealand, they're holding it in what's a winter here, a winter in India. И, например, в Южной Африке, в Австралии, в Новой Зеландии они проводят Радхаятру тогда, когда в Индии вообще зима. Because it's hot summer there. Потому что у них это лето. So it's a good time for festival. И это хорошее время для фестиваля. So that's one kind of adjustment. Это один из примеров, как Шрила Прабхупада изменил какие-то вещи, то есть для того, чтобы было удобнее практиковать. Or he allowed Brahmacharini ashram in the temple. Также он ввел Брахмачарини ашрам, например, в храмах. In the Gaudiya Math, in India, в Индии, в Gaudiya Math, то есть Бхактисиддханта Сарасвати, то есть такого вообще неслыханного. Ladies could come to the temple, but only the brahmacharis and sannyasis lived in the temple. Женщины могут приходить в храм, но в храме могут жить только брахмачари и саньяси.
So there's some kinds of adjustments can be there. Какие-то вещи, что Прабхупад он изменял. So some kinds of adjustments can be there, but the essence has to. Но суть при этом он сохранял. So for same for us. И точно так же это является примером для нас. But we may add some other programs or other preaching programs. Мы можем придумывать какие-то другие виды проповеди и программы какие-то. To attract people. Для того, чтобы привлекать людей. Devamrita Swami. Devamrita Swami, например. He comes here sometimes. Lodhavok. Oh, no, on Prijat, now crying, don't you? Festival. In New Zealand, he has some preaching centers and they teach Hatha Yoga. Например, в Новой Зеландии у него, Дуарда Свами, есть проповеднические центры, и они преподают людям хатха-йогу. But they give them prasadam also. Но при этом они параллельно кормят их прасадам. And then one day a week they have Bhagavad Gita class. И раз в неделю они проводят Бхагавад-гита, класс по Бхагавад-гите. So those Hatha yogis, they who are interested, then they come to Bhagavad-gita class. Да, и вот эти и таким образом вот эти хатха-йоги, которые немножко заинтересовываются, они могут приходить на лекции по Бхагавад-гите. And in this way become interested, and some of them become devotees. И таким образом они могут некоторые из них становятся преданными. So yeah, there are different kinds of preaching. I know in Russia they have different kinds of preaching programs. Есть разные программы в России также для того, чтобы привлекать. Cultural programs. Культурные программы. To attract people, but the temples, generally speaking, the same program that Prabhupada established. Но в храмах у нас одна и та же программа, те же одинаковые принципы, которые установил Шрила Прабхупада. We may add that, you know, what we had, Namahata, Bhakti Vriksha. Мы можем проводить Намахату, Бхакти Врикшу. We didn't hear about that in Prabhupada's time. Во время нашего Прабхупады мы даже про такое не слышали. There was no Namahata or Bhakti Vriksha. You could read about Namahata in the works of Bhakti Vinod Thakur, but Prabhupada didn't establish it as a program in ISKCON. Во время нашего Прабхупады, Шрила Прабхупада то есть не проводил эту программу, и мы не слышали даже ни о намахатах, ни о бхакти-врикшах во время нашего Прабхупады. Но сейчас это как бы развивается, и то есть это упоминается в трудах Бхактивинода Такура, то есть это намахата, программа намахат, но во время нашего Прабхупады этого не было. Шрила Джайапатака Махарадж, он это в особенности, то есть развивает эту программу, вдохновляет. Or here in Ukraine, in Russia, in many places, there's this mentorship. И здесь в Украине, в России, вообще во многих местах. Наставничество. То есть система наставников, да, наставническая система, да. Кураторская система. Раднат Махарадж, Ниранджан Махарадж, encourage that program. Раднат Махарадж, Ниранджан Махарадж, они вдохновляют, то есть развивать эту программу среди преданных. To take care of devotees. Для того, чтобы можно было позаботиться о преданных. But in Prabhupada's time, you didn't hear. Но во время Шрилы Прабхупады такого близко не было. So, you know, if something is useful, is helpful for preaching or for taking care of devotees, yes. То есть мы должны судить по плодам, то есть если что-то помогает нам и проповедовать сознание Кришны или помогает преданным практиковать сознание Кришны, то мы должны это применять и принимать. But this essence will be same kirtan, bhagavatam, deity worship, japa. Но суть, она должна оставаться, суть философии и также программа киртан, поклонение божествам, Шримад-Бхагаватам, воспевание индивидуальным начёткам, как прасадам, всё как Шрила Прабхупада установил, так мы этому следуем. Okay, so thank you. Спасибо.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shrimad Bhagavad Gita. Jai. 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 Hari, Hari, Hari.